Ребята, вот дело в том, что, говорит, я со своей женой, со старушкой, со своей познакомился на заваленке. Но наши внуки и дети будут тут в танцевальном зале. Видишь, говорит, труба, и дым там желтый идет. Это атомный завод. Рядом, напротив этого магазина практически находился вытрезвитель, но туда я не успел попасть. Слышим топот, шум. Я взял бетончик, начинаю спускаться, молочница стоит здесь и дрожит. Я говорю, что ты кричала-то? А ты бы не так, говорит, закричал. Я открыла дверь, а в подъезде лось стоит. Юность и зрелость. Прошлое и современность. Детство. Богданка. Документальный фильм о нас с вами. Шок или корочка?